Новинка от молочного завода «Устюг молоко» – творожный десерт с фруктово-ягодным наполнителем. Он придется по вкусу всем ценителям натурального, полезного и вкусного творожного лакомства. Идеально подойдет для вашего завтрака или перекуса. Спрашивайте в магазинах города. 24 декабря в Великомостюге ожидается ночью пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 1, плюс 2 градуса, ветер южный 3 метра в секунду. Днем ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 1-2 градуса выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Салон подарков «Орнамент» приглашает за подарками и сувенирами к Новому году. Для вас елочные украшения, предметы новогоднего декора, посуда из фарфора и керамики. Поможем подобрать подарок на любой вкус. Давайте готовиться к Новому году вместе. Салон подарков «Орнамент», Виноградова, 20.